если вы чувствуете внутри что-то, что вам интересно, если вы играете в эту игру, как вы играли в детстве, продолжаете ее как предприниматель. Если вы думаете только, как заработать деньги, возможно, вы даже их заработаете, но предпринимателем вы не станете. Бизнес вы не создадите, потому что без этой игры, без этого чувства кайфа от того, что, ох, смотри, как работает, людям от этого лучше, я что-то создал, что-то действует. Успех, как правило, либо не будет совсем, либо он действительно будет. Вот деньги вы получили, что-то перепродали за углом, там, селедку на 2 рубля дороже. Но вы тут же их вкладываете куда-то и теряете, так как вы не знаете, вы не ощущаете этот бизнес, вы его не любите. Постарайтесь быть увлеченными людьми. Формула успеха – это просто не бояться и делать. То есть очень многие люди, с которыми я общаюсь, они опасаются или боятся сделать первый шаг. И я считаю, что или считают, что уже все поделено, возможностей нет, и надо идти работать обязательно в компанию, корпорацию. Но для меня это абсолютно не так. Я вижу постоянно гораздо больше возможностей, чем время, которое у меня есть на их оценку и на их реализацию. Поэтому нужно просто уметь видеть эти возможности и делать их. Путь в 1000 миль начинается с первого шага, и я всегда стараюсь следовать этому изречению. Заведите себе тетрадочку такую, лучше черную, у меня, допустим, черная, Moleskine. И каждый день потратьте по 10 минут вечером, вот, то есть там перед сном, там 23:50, например, садитесь и просто пишите туда все идеи, которые приходят к вам в голову. Ну, то есть бизнес-идеи, там, идеи какие-то там, куда заняться, там, куда поехать, чем заняться, все что угодно вообще. И вот у меня таких книжек уже 5 штук. И в них, вот во всех этих книжках, есть все те бизнес-идеи, которые когда-то я реализовывал, какие-то другие люди реализовывали. И эти книжки, они помогут вам потом, то есть, во-первых, они корректируются, как ты написал эту идею, ты потом ее реализуешь. А во-вторых, потом просто очень интересно смотреть, возвращаться на 5 лет назад, смотреть, что тебя волновало, интересовало и так далее. А второй совет могу дать, который, вот я жалею, что мне его никто не дал, это совет всегда все делать вовремя. Ну, то есть, вот у меня сейчас реально много проблем, потому что некоторые вещи я не сделал вовремя. Например, банально не сдал отчетность, там что-то, не сдал что-то, и потом проблемы. Поэтому, если вы за что-то беретесь, делайте вовремя. А я считаю, что начинать какое-то вот свое уже дело можно рано, там, с 15-16 лет. Поэтому не пропустите момент.